Я – ворота для овец. Все, кто приходили до меня, воры и разбойники, и овцы их слушать не будут. Я – дверь. Кто входит через меня, тот будет спасен. Он сможет входить и выходить, и найдет хорошее пастбище. Вор приходит только для того, чтобы убить, украсть и разрушить. Я же прихожу, чтобы у них была жизнь. И жизнь в изобилии.